Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная серия нашего видеопроекта, посвященного коллекционерам, уникальным собраниям фотографических артефактов. Мы в Москве, и с нами любезно согласился пообщаться коллекционер, искусствовед Сергей Подстаницкий. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Вы принесли уникальные фотографические артефакты, объекты ранней эпохи. Почему вы выбрали именно их? Как складывалась ваша фотографическая часть коллекции? Что вас интересует в фотографии? Ну, я могу сказать, что никогда вот так систематически фотографию не коллекционировал, но, тем не менее, фотография мне всегда нравилась, старая фотография, она меня всегда интересовала. Там, если смотришь, кто что собирает в фотографической области, вполне можно разделить коллекции на две части. Одна часть – это люди, которые стремятся к художественному наполнению фотографии, другая – это те, кто видит в фотографии историческое содержание. Документальную часть. Документальность, да. Ну, иногда даже это бывает не документальность, а, может быть, это чистая пропаганда фотографическая, но, тем не менее, в ней тоже есть этот дух истории, который как раз людям, которые стариной интересуются, она их цепляет. Какое направление из этих двух ближе вам? Я, скорее, случайно всегда покупал какие-то фотографии, которые задевали какие-то, что называется, струны души. И в основном задевали они меня именно исторической направленности. И в силу того, что вообще основная часть моей, нашей коллекции, если говорить про нашу коллекцию совместную с супругой, то основная направленность коллекции – это русский портрет. Особенно русский портрет 18 века, начало 19-го. Живописный и графический. Живопись, графика, скульптура, гравюра, портретные миниатюры. И в какой-то момент стало понятно, что самым естественным образом вот из этой коллекции, например, акварельного портрета начала первой половины XIX века вытекает дагерротип, вытекает ранняя фотография 50-х, 60-х годов XIX века. В силу того, что, с одной стороны, многие мастера, которые начинали именно в акварельном портрете, начинали в портретной миниатюре, перешли сначала в дагерротип, а потом перешли в фотографическое искусство уже на бумаге. Фотография все-таки 40-х, 50-х, 60-х годов, она во многом ориентировалась на старое традиционное портретное искусство и позы персонажей, характеры, например, раскраски портретов и благодаря ретуши подгон типажей под определенные каноны красоты, он вышел в первую очередь, это все вышло из еще того традиционного акварельного искусства первой половины XIX века. И мне показалось любопытно, сначала какие-то просто попадались случайные, там один-два дагерротипа или какие-то ранние фотографии, потом стал собирать, может быть, чуть более прицельно. Опять же, не скажу, что у меня там широко представлены все образцы, все художники, все мастера, но я посчитал, что неплохо бы в коллекции что-то иметь, что представляет именно уже развитие умирающего миниатюрного или акварельно-портретного жанра, который на самом деле не умер, а просто перешел в фотографическое искусство. Как некое продолжение вот этой живописной традиции портретной. Да. Такой вопрос. Попадались ли вам в вашей практике коллекционера фотографические портреты, которые вам поначалу представлялись, допустим, акварельными? Ну, не секрет, что соленые отпечатки часто были сплошь покрытая слоем живописным. Во многих музейных собраниях, я знаю, даже выявляют до сих пор и числятся где-то в фондах графики, там живописи, акварели, а на самом деле это фотографии раскрашены. На этих ранних фотографиях, на этих соленых отпечатках фотослой спустя столетие, уже больше, чем столетие, практически полностью выцветает и уходит. И зачастую, как-то его внимательно не рассматривая, и как-то в какой микроскоп не смотри, все равно ты вот этот фотоэмульсионный слой, по крайней мере, визуально не можешь увидеть. Ты видишь действительно чистую акварель. Но по опыту, чем больше ты смотришь, с одной стороны, оригинальных акварелей этого периода, а с другой стороны, чем больше ты смотришь и просто фотографии этого периода и раскрашенных фотографий этого периода, ты начинаешь просто на уровне, скорее, ощущения понимать, что а вот здесь, под этой акварелью, должен быть фотослой. Поскольку
поскольку, несмотря на то, что, конечно же, эти ретушеры, эти акварелисты, которые раскрашивали эти портреты, зачастую были вполне себе профессиональными мастерами акварели, выпускниками Императорской академии художеств, например. Но, тем не менее, все-таки, когда они раскрашивают фотопортрет, они зачастую идут от той светотеневой разработки, которая дает фотография. Специфически. Да. Когда человек идет от раскрашивания фотографии, то эти светотени выделяются совершенно особо. И когда ты видел много всего этого, то уже на уровне такого даже подсознания ощущения, иногда для себя это проговариваешь, иногда ты толком это не можешь определить, но зачастую ты сразу видишь, что вот здесь под этой акварелью должен быть фотоэмульсионный слой. Ну, вы вот принесли среди тех объектов, которые мы видим перед нами сейчас, замечательный портрет барона Штиглица. Автор его Андрей Иванович Деньер. Видно, что он тоже приложил руку не только фотографически, но и прошелся белилами, да, какие-то детали. Ретушь такая очень тонкая, деликатная видна. Но мы, например, знаем, что в ателье Деньера долгое время работал Крамской. Его как раз называли «бог ретуши». Может быть, к этому портрету он тоже имеет отношение, но об этом мы можем как-то предполагать и гипотезы строить, но тем не менее... Да, к сожалению, ретушеры не подписывались, никаких бухгалтерских книг о выплате ретушерам в Петербурге за что-то денег, насколько я знаю, не сохранилось. А так было бы, конечно, интересно найти вот те самые вещи, которые раскрашивал, например, Зичи в мастерской Венингера или у Дейнера то, что раскрашивал Крамской. Вы правы, действительно подписывал фотограф, но вот тут... Вы тоже, наверное, знаете такого фотографа Нечаева раннего. Угу. И его тонированные сплошь, они, как правило, в овалах он любил тоже. Но не только в овалах. И мы с коллегами долго не могли даже понять, что... Не хватало информации понять, что это фотограф вообще, или это подпись того человека, который создавал вот живописную сторону этого фотографического изображения. Ну, вроде бы как... Фотограф. Ну да, с другой стороны, в силу того, что многие фотографы пришли на раннем этапе из именно изобразительного искусства, будучи выпускниками зачастую Императорской академии, они уже сложились даже отчасти как художники, акварелисты, миниатюристы, но вот в этом увидели большую возможность, может быть, для заработка. Кто-то, может быть, действительно это рассматривал как новое развитие искусства. Что касается русской фотографии, насколько я знаю, у нас нет каких-то теоретических трудов вот этих ранних фотографов или хотя бы каких-то упоминаний в мемуарах, в письмах, где они сказали бы, что «а вот мы считаем, что акварель, например, умерла, давайте переходить к фотографии». Нет, уже неизвестны такие, да, работы. Хотя вот это было бы интересно, вот если бы что-то подобное нашлось, это был, конечно, прорыв в изучении ранней русской фотографии. Такой вот чудесный портрет барона Штиглица. Здесь есть авторская подпись Денье или Деньер. В силу того, что он был швейцарец, то, наверное, правильнее на своей родине он все-таки был Денье. И был Генрих, а не Андрей Иванович, да, как у нас. Ну, соответственно, у нас любят переиначивать иностранные фамилии. У нас он стал чудесным Деньером. Дата 863 год, аккуратно карандашиком поставлена. И как раз видно, что Деньер был художником старой еще академической школы, бравший уроки у Карла Брюллова. И видно, что точно такой же аккуратной подписью он, видимо, подписывал какие-то свои акварельки, рисунки, а потом благополучно перешел на запечатление своего имени уже на своих фотографических работах. То, что в этом портрете еще особенно интересно, кроме того, что он авторский и подписной, здесь еще имеется дарственная надпись самого барона Штиглица своему зятю Половцеву, 863 год, совсем... Незадолго до этого произошло бракосочетание дочери Штиглица с Половцевым. У Штиглица своих детей не было. Он взял на воспитание некую приемную дочку, Юневу или Юневу. И, собственно, про нее ходили разные слухи. И одна из таких версий, которая, видимо, является...
близкой к официальной и правдивой, что это была незаконно рожденная дочка великого князя Михаила Павловича, соответственно, внучка Павла I. Михаил Павлович не мог ее взять на воспитание, и в качестве такого жеста доброй воли один из богатейших людей России взял эту девочку на воспитание и действительно дал ей хорошее образование, и с роскошным приданным выдал ее замуж за не очень богатого чиновника-правоведа, но было видно уже тогда, что он человек достаточно широко мыслящий, перспективный, и действительно он показал активное участие и в государственной деятельности, и в коллекционировании, и в спекулятивной деятельности на ниве строительства железных дорог. Так что Половцев был человеком действительно для своей эпохи довольно любопытным и интересным, и вполне себе наследовал той стезе, которую Штиглиц для него заготовил, в силу того, что Штиглиц тоже, с одной стороны, развил тот банковский бизнес, который оставил ему отец, но вывел его на совершенно новый уровень. Он и во многом финансировал целый ряд государственных проектов. Именно благодаря ему, например, русское государство получила серьезные финансовые кредиты на ведение Крымской войны. В силу того, что война велась против большей части европейских государств, и выбить эти кредиты у европейских же банкиров было не очень просто, но, тем не менее, под имя Штиглица, под его какие-то обязательства, поручительства и какие-то договоренности с европейскими банкирами, он эти немалые средства получил. При этом потом важна его, конечно, роль в развитии железных дорог в России, потому что первое железнодорожное строительство еще во времена императора Николая I было профинансировано во многом именно Штиглицем. Конечно, все мы его знаем, особенно за это его, наверное, любят петербуржцы. Это училище барона Штиглица, на которое он пожертвовал колоссальную сумму. По-моему, что там порядка 1 000 000 рублей он дал сразу, и потом еще постоянно давал деньги на его поддержание, соответственно, и в роскошное художественное образование. То есть такой параллельный появился центр в Петербурге, Императорская академия художеств, и благодаря ему в Петербурге появилось немало новых интересных мастеров, художников и изобразительного искусства, и прикладного. Это очень интересно. Получается, вот этот портрет, да, авторство Деньера, он связывает нас и с упомянутым вами училищем Штиглица, и с Академией художеств, в которой Деньер был удостоен первым, по-моему, из фотографов права выставки фотографической в стенах Императорской академии художеств, что было совершенно немыслимо, потому что фотографию искусством не считали равноправным, и выставиться в стенах Императорской академии художеств, по-моему, после Деньера я даже вот так вот сейчас и не скажу, кто следующим фотографом был, который такой чести высокой удостоился. Потом только, по-моему, в 1911 году удалось как-то там авторское право даже утвердить хотя бы на фотографию, потому что считалось, что создатель ее не тот, кто снимает и печатает, а солнце. Вы правильно и интересно рассказали об уникальности этого отпечатка и в плане персоны, и фотографа, и автографа Штиглица, но также, я думаю, нам нужно с вами обратить внимание наших зрителей на то, что это ранний период, 1863 год, и это очень большой формат для того времени. Это контактный же отпечаток, то есть такого же размера был негатив стеклянный. И, соответственно, это очень трудоемкая была история изготовить вот подобного качества художественный фотографический портрет. Ну, я думаю, что он еще подобные изделия были достаточно дороги. Поэтому, собственно, Штиглиц это мог себе позволить в качестве подарка близкому человеку. Все-таки большая часть других заказчиков фотографий в это время довольствовались кабинетным форматом, визитным форматом. Такой формат встречается в частных собраниях, особенно крайне совсем редко. Да и не только в частных, да и в музейных тоже. Но в тот период, 1963 год, даже и кабинетный этот формат был еще не сильно распространен. И тоже вот этот период, наверное, тема интересен и вам, как искусствоведу, что, как мы сказали, в это время именно
выпускники Императорской академии художеств или воспитанники Императорской академии художеств были часто связанными с фотографией, занимались либо ретушью, либо снимали, либо переходили в эту область, развивались с ней дальше, либо как Крамской уходили потом уже в искусство живописное и графическое, но тем не менее, да, этим можно объяснить, наверное, высокий уровень, думаю, вы согласитесь, самое качество вот этого раннего периода русской светописи. Нельзя сказать, что абсолютно всех, но многих отпечатков этого периода, поэтому я прекрасно понимаю, почему и чем они вас так трогают еще и как искусствовед. Также мы видим здесь, не знаю, как сказать, хотел сказать еще более уникальные, но это, наверное, будет некорректно, но, безусловно, крайне редкие изображения. Первая фотографическая технология – это дагеротип, то есть изображение на посеребренной медной пластине, существующее в одном экземпляре. Это уникаты. Сергей, вам слово, я замолкаю. Те, кто про дагеротип знают, они про него знают. Вы несколько слов про эту технику сказали. Дагеротип русские крайне редки. Их, собственно, и в музеях, как показала вот недавняя работа в Росфото по изданию каталогов. Там издание каталога исторического музея, издание каталогов Эрмитажа. Оказалось, что в принципе даже там, в Эрмитаже, даже в историческом музее, где всего много, но дагеротипов оказалось, что в принципе... Самая большая коллекция, по-моему, в ГИМе как раз, да, и она около 400, если не ошибаюсь, дагеротипов. Но это просто вот, намного опережает все. В Эрмитаже около 200, по-моему. Во всех остальных музеях это вообще редкие совершенно образцы. Ну, какие-то, да, скорее один, отдельные. Один, два, десять максимум. Ну, и это при том, что в остальной Европе дагеротип, с одной стороны, может быть, более широко тиражировался, может быть, чуть дешевле стоил. Уж если говорить про Америку, то там такое количество дагеротипов, собственно, поэтому и их коммерческая антикварная стоимость крайне невысока. Ну, кроме некоторых уж таких образцов. Да, каких-то жанровых дагеротипов. Да, или там, где, условно, там какой-нибудь Линкольн сфотографирован, там, конечно, он будет стоить безумных денег. Вот, а все остальное, ну, этот вопрос... Там, 50-100 долларов, то есть вообще по меркам цен на русские дагеротипы, которых, во-первых, и не найдешь. Да, скажи, крайне редко они вообще встречаются. Да, свистни, хочу русский дагеротип купить, плачу любые деньги. Ну и найдут. Ждать ли, придется, в общем-то, да. Я думаю, долго. Это не так, что вот зашел в любой антикварный магазин или на аукцион и купил. За какое-то время удалось приобрести несколько русских дагеротипов. Несколько таких образцов я принес, чтобы как раз было понимание для зрителей, о чем идет речь. Ну, наверное, вот один из самых ранних, именно из датированных дагеротипов. Это вот такая работа неизвестного автора. Изображен фронтоватый мужчина, даже уже не молодой человек, в каком-то совершенно фантастической расцветке по жилете. Интересно, что здесь на обороте написано «Жигалово, 1846 года, июня 3-го дня». Единственное такое географическое название, которое мне удалось найти в этот период, это Пермская губерния. Если это действительно так, то это в редкость вдвойне, что дагеротип дошел до такой русской глубинки уже в достаточно раннее время. Хотя я не исключаю, на самом деле, возможность, что была еще какая-нибудь усадьба, деревня Жигалово, которая как-то вот почему-то не осталась зафиксирована в тех документах, которые... Ближе к столицам? Да, какая-нибудь там подмосковная или в окраине Петербурга что-нибудь усадебное. Качество дагеротипа достаточно интересное и высокое, и сохранность неплохая. Собственно, одна из проблем русского дагеротипа – это то, что с ним очень плохо обращались в 20 веке. Зачастую на него не обращали внимания, и там случайно разбитое стекло, потом он отправляется сначала куда-нибудь в комод, потом
Естественно, что без стекла дагерротип практически за очень короткое время выцветает, там происходят определенные химические процессы, изображение уходит, и, соответственно, владельцы смотрят, да, что ничего нет. Не понимают, да, что это такое. Да. В силу такого вообще русского, к сожалению, безалаберного отношения к собственной старине, к каким-то родовым семейным раритетам, не ценят иногда даже какие-то, казалось бы, априори дорогие произведения изобразительного искусства. А уж что говорить про фотографию, которую, в принципе, и до сих пор бывают случаи, что фотографии 19-го, начала 20 века люди выносят на помойку, хотя более-менее, кажется, уже их коммерческая, антикварная ценность определена. К сожалению, так, да. Да, это встречается. Не будем обобщать, но я понимаю всю боль вопроса, Сергей. Да, я понимаю ваше неравнодушное к этому отношение. Да, к счастью, вот на самом деле есть плюс, когда становится про какие-то вещи понятно, и они становятся все дороже и дороже, и про то, что они становятся дороже, становится известно уже даже людям совсем далеким от каких-то тем, и дороговизна вещей иногда хотя спасается. Хотя бы, да, с такой коммерческой, пускай не духовной, не нравственной, не моральной стороны, но все-таки способствует в конечном счете сохранению, да, этого. Да, обычно, если человек хочет что-то продать, то рано или поздно, если эта вещь действительно интересна, с, как вы говорите, духовной, моральной, эстетической точки зрения, все равно она найдет своего покупателя, который, опять же, заплатив, и ценителя, который еще заплатит, если за нее какие-то интересные, существенные деньги, то он будет уже к этому относиться чуть более аккуратно, чуть более бережливо, и будем надеяться, что благодаря этому она перейдет к следующим поколениям и сохранится и для знатоков, для исследователей, для ценителей. И будет введена в научный оборот и вообще представлена публике. Тоже на примере вашей коллекции. Я знаю, что вы участвуете во множестве выставок. Да. Поэтому вы не только собираете для себя, но вы и представляете публике, издаете каталоги вашего собрания. Это, безусловно, тоже способствует и сохранению наследия, и его популяризаторству, что тоже крайне важно. Да, ну и, соответственно, возвращаясь к этому жигаловскому дагерротипу, можно предположить, что это действительно какая-то любительская работа, поэтому фигура даже не очень отцентрована. В принципе, известно, что уже в 40-е годы была аппаратура для съемки дагерротипов и у частных любителей фотографий. Да, поэтому могли заказать состоятельные люди. Да, поэтому здесь и нет никакой маркировки. Но тем еще более уникален этот артефакт. Мне кажется, это еще более интересно. Да, потому что люди, которые занимались дагерротипом профессионально, они зачастую его маркировали. И вот мы как раз этого же самого периода еще один предмет посмотрим. Вот, соответственно, такой вот кофр московской фирмы «Бараш», крупный. Очень известный, да. Да, я думаю, что и переплетчик, и мастер по изготовлению сундуков, и чемоданов, и вот кофров для акварельных портретов, и дагерротипов. Я думаю, что это был некий аналог Эрме парижского на тот момент, и, соответственно, то, что и Вьюитона. Вот такой кофр, который одновременно может стать такой подставочкой, и, соответственно, вы можете не только возить с собой этот портрет близкого человека, но и потом поставить его на стол, например, и в любоваться кабинете, на да. него. Да. И вот здесь маленькая этикеточка, наклеечка. Пейшес, Большая Дмитровка, в доме Засецкого в Москве. Был такой мастер дагерротипа Осип или Осип Пейшес, французский подданный. По некоторым данным, он начал свою карьеру в России как преподаватель, учитель в каких-то дворянских семьях, но потом, будучи, видимо, человеком с, в том числе, коммерческой жилкой, в 1846 году на Дмитровке открыл свою мастерскую по изготовлению дагерротипов. И вот как раз это такой типичный образец его творчества 1840-х годов. Здесь во многом композиция, подход к типажу, он продиктован модой, которая пришла еще из акварельного портрета, то, о чем мы говорили. И здесь как раз мы видим
это наиболее четко. Но в этот период, наверное, как раз еще дагеротип существовал параллельно, да, с акварельным портретом, который еще не изжил вот себя как... Да, в 40-е годы акварельный портрет был еще очень популярен. Потом все-таки дагеротипы поначалу, как вы знаете, были крайне дороги, а акварельный портрет, в принципе, были градации. Понятно, что заказать акварель у Карла Брилова стоило очень дорого. Да, а, у Соколова. Но было огромное количество художников попроще, которые делали это за очень небольшие деньги, в силу того, что Академия художеств выпускала довольно много мастеров, которые были. Не все из них становились великими и дорогими мастерами. Некоторые из них были вынуждены просто вот зарабатывать изготовлением тех же самых акварельных портретов, которые сейчас являются неким аналогом просто фотографии. Когда заказываете фотосессию на какую-нибудь свадебную, что-нибудь в этом духе. То есть, просто... там рукотворная была история. Рукотворная, да. Но в силу того, что ничего другого не было, а дагеротип появившийся был слишком дорог, поэтому пользовались большей популярностью. Но, тем не менее, вот действительно, дагеротип уже появлялся. Здесь еще интересно, что тоже нечасто это встречается в русских дагеротипах. Здесь есть подкрашенные элементы. То есть вот здесь платок у дамы подтонирован. И похоже, что и само лицо немножко... Румянец на щеках. Заметен, да. Если вот, дагеротип же всегда очень непросто разглядывать. С одной стороны, его называют зеркалом с памятью, поскольку он детализирован до невероятной степени, и просто ощущение, что да, мы смотрим на живого человека. Но с другой стороны, поймать вот этот угол зрения тоже довольно сложно. Вот еще один дагеротипчик захватил, тоже раскрашенный. Это офицер лейб-гвардии финляндского стрелкового батальона. Уже в самое начало царствования императора Александра II. Такой приятный. Да? Может быть, начало 60-х, но вот точнее тяжело дальше сказать. Дальше уже невозможно. Да, ну, дальше, начало уже, 60-х уже крайняя смысл, такая. Да. Для дагеротипа дата. Да, то есть красиво положена каска. И опять же, здесь во многом эта композиция, стилистика этой вещи восходит действительно еще к эстетике акварельных портретов точно так же. К сожалению, здесь маркировки никакой нет, но тем не менее мы тоже видим, что вполне этот портрет, и может быть он для этого как раз отчасти предназначался, чтобы быть там украшением кабинета, чьего-то стола, или что-нибудь в этом духе. Еще одна вещь с самого уже конца 850-х годов. Эта вещь не русская, но к России имеющая самое непосредственное отношение. Крымская война закончилась для России поражением, но, тем не менее, во многом благодаря русским дипломатам, Парижскому миру, многие утраты и потери военные были отыграны дипломатами в самое ближайшее время. В том числе, поскольку мы лишились базы в Черном море военно-морской, но русскому флоту где-то нужно было стоять, и русский флот переместился в Средиземное море, на нынешний Лазурный берег, чудесный город Вильфранш-сюр-Мер, где существует до сих пор глубокая бухта и обширная, способная вместить, она еще до недавнего времени вмещала американский флот, который со стороны НАТО стоял там, в середине 20 века. Там. Так что не только довольно небольшие относительно корабли в середине 19 века, но и большие суда военные американские уже 60-х годов вполне там себе находили место. В тот момент это была территория Савойского государства. В Франции это все станет только в 860 году. Герцог Савойи за определенную плату уступил русскому правительству эту военную морскую базу, где, собственно, и встал русский флот прямо под боком у Франции, благодаря которой русский флот погиб в Черном море. Действительно, база мощная, кораблей много, русских офицеров много. Отчасти благодаря этому произошло развитие Лазурного берега, поскольку в Вильфранш стали приезжать и августейшие особы. Первая императрица Александра Федоровна в это время туда приехала. Русские стали строить дороги,
океанографическая база появилась там же благодаря, опять же, русским морякам и исследователям уже мирного времени. Ну и некоторое количество русских офицеров и моряков, естественно, хотели увековечить свое пребывание на Лазурном берегу. Но вот никаких упоминаний о наличии мастерских по изготовлению дагеротипов в Вильфранше я не встречал. Но в это время была очень популярная мастерская в Тулоне. Тулон – это военно-морская база уже французского флота. И там работал такой французский дагеротипист Девисюзан. Феликс Девисюзан. Он умер в 859 году, поэтому довольно четко можно его работы датировать. Соответственно, это вот не позже 59 года. Русские оказались там в 56 году, в 59 умер. Соответственно, это вот дагеротип где-то вот между этими. 56-59. Да, наследники очень подробно написали, кто здесь изображен, что изображен здесь наш дядя. Алексей Павлович Иванов снимался в Тулоне, бывший в эскадре. И что мы здесь видим? Мы здесь видим русского моряка. У него на сюртуке висят две медали. Одна медаль, совершенно очевидно, это за Крымскую войну на голубой ленте. А рядом уже на георгиевской ленте это медаль за защиту Севастополя. То есть человек только что защищал Севастополь, а уже через несколько лет представлял русский флот во Франции. Чем эта вещь любопытна с точки зрения, может быть, понимания дагеротипов, может быть, для тех, кто не сталкивался с этой техникой, не знает, но дагеротип, он изображал то, что он должен был запечатлеть, в том числе человека в зеркальном отражении. И, естественно, офицеры, которые фотографировались на дагеротип, да, они зачастую перезастегивали сюртук на другую сторону, перевешивали ордена на другую сторону, чтобы выглядело это, да, как на правильном портрете. Это было крайне важно для них. Да. Представить себе, чтобы они допустили неправильное расположение наград и форменной одежды, как-то перепутанная часть, это было невозможно. Вот, и мы здесь видим, что жилет Иванова, он застегнут действительно в зеркальном отражении. А сюртук он специально перезастегнул, ну, наверное, это было не очень просто, поэтому перезастегнул только на две верхние пуговицы и медали перевесил уже на внутреннюю. Специально, чтобы запечатлеть себя в веках. Да, и именно в правильном виде, в том, в котором это должно быть. Так что такой вот интересный артефакт, связанный и с Крымской войной, и с русским присутствием в Европе, во Франции, очень доволен, что мне удалось его заполучить. Да, мы очень довольны, что вы его нам представили, показали. И тоже для нас это такая невероятная возможность увидеть уникальный, в данном случае в буквальном смысле, уникальное изображение. Потому что, как мы с вами сказали, в единственном экземпляре каждый дагеротип существует. Но перед нами еще две фотографии. Я так понимаю, это представители августейшей фамилии, Александр II, по-моему, да? Да, вот мы немножко, да, так получилось, прыгнули в эпохах. Сначала были 860-е годы, потом более раннее время дагеротипа. Мы их спутали, да, да, некоторым образом. Теперь мы вполне можем вернуться к той теме, что зачастую в фотографы приходили люди, которые получили художественное образование в Императорской академии художеств. Таких художников было немало. Наверное, большинство из именно крупных мастеров русской фотографии III XIX века – это как раз люди, получившие хорошее профессиональное образование, именно художественное. И, естественно, нельзя обойти вниманием имени Сергея Левицкого. Наверное, может быть, один из самых талантливых фотографов этой эпохи. Даже тяжело сказать, какой эпохи, поскольку он начинал еще в 40-е годы как мастер дагеротипа, дожил до уже совершенно другой эпохи Александра III. Ну, и интересно смотреть, да, как меняются эстетические представления
эпохи на творчестве одного человека, как он вот действительно еще в подражании изобразительному искусству более раннему дошел до совершенно новой подачи образа фотографического, собственно, за что его ценили в том числе в Европе. Он вполне успешно, насколько я знаю, работал и в Лондоне, и в Париже, и Наполеона III фотографировал. И... Он был единственным фотографом двух императоров. Наполеона III и Александра II. У меня несколько есть работ по Левицкого. И, может быть, больше всего люблю именно вот эту фотографию, где изображен император Александр II. Но чем она мне, собственно, интересна, что он изображен в мундире прусского гренадерского полка императора Александра I, шефом которого изначально был после наполеоновских войн сначала Александр I, и потом это шефство передавалось всем русским императорам, и последним шефом его был Николай II. Здесь мы как раз видим Александра II в этом шефском прусском мундире, совершенно, опять же, уже отличающийся от... При том, что это тоже 60-е годы. Ну, рубеж, наверное, уже ближе к 70-м. Да? Рубеж, да, в 60-х, 70-х. Собственно, если говорить о датировке, мы здесь видим... На мойке или... Мойка 30, да. Поэтому это как раз в 60-е годы он начал там работать. Здесь у Александра II уже висит звезда ордена Георгия первой степени, которую он получил к столетию этого ордена. Поэтому там четко в 60-е годы. С мойки он уехал уже в, наверное, середине 70-х, если не ошибаюсь. Пораньше. Ну, да, да, ну, в общем, в 70-е годы он поменял, по-моему, на Невский проспект он уже переехал. Да, Невский 28, да. И насколько это отличается от тех архаичных образов, что портрета Штиглица, что вот этих дагерротипов. Здесь мы видим уже тот фотографический образ, который будет давлеть в искусстве в ближайшие несколько десятилетий, фактически до начала 20 века, вот эти аристократические портреты, полный рост, а потом это станет и более широко уже, поскольку фотография станет совсем общедоступной, и именно такая трактовка образов дойдет и до крестьянских фотопортретов начала 20 века, и до фотопортретов каких-нибудь обычных солдат русско-японской или Первой мировой войны, но вот именно эту эстетику и стилистику, и вот такое именно восприятие фотографического человека, наверное, изобрел или стал одним из первых проводников именно Сергей Левицкий. Еще один мастер, выпускник Императорской академии художеств, это Михаил Настюков. Он гораздо менее известен, с одной стороны. С другой стороны, для истории русской фотографии он, на мой взгляд, тоже немаловажен. Собственно, почему мне Настюков интересен? Одна из частей нашей коллекции – это краеведческая направленность. Мы живем на Покровке, и, соответственно, все, что с Покровкой и ее окрестностями связано, мы пытаемся... если не приобретать, то как-то фиксировать. Настюков работал неподалеку от Московского телеграфа на Мясницкой улице в здании музеума Строгановского училища. То есть это вот Покровки в шаговой доступности. Поэтому эта личность мне стала интересна вдвойне. И наблюдая за какими-то вещами, которые попадаются на отечественном антикварном рынке, мне вот совсем недавно встретилась такая фотография, которая продавалась как портрет некого неизвестного то ли офицера, то ли чиновника. Ну и действительно, что мы здесь видим? Некий мужчина с бородой, в офицерском сюртуке, без единого ордена. Если ты не интегрирован в эту тему, то тебе не покажется здесь ничего интересного, ты не увидишь здесь ничего интересного, любопытного. Но Сергей более чем интегрирован в эту тему, потому что мы знаем, что и живописные портреты Сергея, потрясающие истории, связанные с атрибуцией, с определением персоны, авторства, очень часто у вас удавалось такие сделать серьезные открытия. Поэтому атрибуцию и здесь, я думаю, люблю, это вас тоже с удовольствием этим занимаюсь. Зацепило. Да, ну, бывает атрибуция более сложная, когда ты должен выяснить,
выяснить набор орденов, униформу, сопоставить это с известными портретами человека. Иногда это бывает и не очень просто, если набор наград нетривиальный. А бывают вещи, там, условно, каждый более-менее культурный человек, наверное, узнает портрет Пушкина, портрет Сталина или что-нибудь в этом духе. То же самое. Широко растиражированные образы. Да. Поэтому при достаточной насмотренности у тебя просто расширяется кругозор в смысле этих образов, и кроме Пушкина и Сталина ты знаешь еще какое-то количество лиц. Хотя бы тех людей, кто их окружал. Да. И довольно несложно вычленить их лица, в том числе на каких-то старых фотографиях. И, соответственно, увидев эту фотографию, для меня сразу стало очевидно, что это портрет герцога Эдинбургского Альфреда, сына королевы Виктории. Дело в том, что он женился в 1874 году на дочери Александра II, великой княжне Марии Александровне. Соответственно, вот благодаря этому союзу, конечно, он приезжал и до бракосочетания, потом отдельно на бракосочетание, и отдельно еще потом были какие-то его есть поездки по России. Есть петербургские фотографии его. Да, есть его кисти, поездка в кавычках, Бергамаска. 1875 года. Он поехал в Нижний Новгород. Для него была специально организована экскурсия на Нижегородскую ярмарку. И в этой поездке известно, что его сопровождал как раз Настюков в качестве придворного фотографа. И здесь, собственно, Вензель, да. Здесь пишут придворная фотография. А вот в центральном, изображении Вензеля здесь Александра. Вензель, да, Александра третьего Александровича. Будущего. Да, соответственно, брата Марии Александровны. Соответственно, как придворный фотограф Александра Александровича, он был представлен к мужу своей сестры. Сохранился альбом, посвященный поездке герцога в Нижний Новгород, где на первой странице изображен он сам в полный рост. Кстати говоря, еще интересно, что Настюков вошел в историю русской фотографии как учитель другого нижегородского фотографа Карелина. Видимо, как учитель он организовал еще фотосъемку Карелиным герцога, так что кроме Бергамаска и прочих петербургских фотографов придворных, есть два нижегородских фотографа, которые снимали Настюкова. Настюков, я забыл сказать, что он, кроме того, что у него была мастерская, естественно, мне важнее, что она была как раз рядом с моим домом, но он, как человек тоже, видимо, коммерчески очень заточенный, открыл мастерскую как раз в Нижнем Новгороде, и на фотосъемке на Нижегородской ярмарке, я думаю, что собирал просто колоссальные доходы. Ну, а Карелин был учителем Дмитриева, поэтому эту цепочку можно продолжать. И такой интересный вот английский след в русской фотографии через вот изображение, которое вы нам любезно принесли, и тоже связали с Левицким, потому что Левицкий был придворным фотографом Александра II, Настюков был фотографом придворным наследника сына Александра II, будущего Александра III, и представили нам все фотографические технологии XIX века, самые такие известные перед нами. Это вот и дагеротип, и отпечаток на соленой бумаге, и альбуминовый отпечаток. Подборка с большим смыслом получилась. Да, я старался как раз, чтобы получилась хоть какая-то более-менее связанная история. Ну, а поскольку Настюков – это мое прям такое прям совсем свежее приобретение, то мне очень радостно поделиться этой находкой с вами, с потенциальными зрителями. Спасибо огромное, Сергей, что согласились на нашу встречу и интереснейший рассказ и демонстрацию уникальных произведений из вашей коллекции фотографических артефактов, дагеротипов, отпечатков на соленой бумаге и альбуминовых фотографий. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Очень вам благодарна. Спасибо.